Вы любите читать, но найти новую книгу для вас тяжелая задача. В минувшие выходные в Казани прошел летний книжный фестиваль «Смены», где для всех жителей и гостей города прошли тематические лекции, интерактивы и, самое главное, книжные ярмарки. Книжные фестивали «Смены» – драйвер развития культуры в Татарстане. Фестиваль существует уже 11 лет. За это время он трижды становился открывающим мероприятием для новых общественных пространств в Казани. Ежегодно в рамках мероприятия проходят различные образовательные лекции, мастер-классы и ярмарки. И этот год не стал исключением. Программа летнего книжного фестиваля обширна. Здесь, помимо ярмарок, где каждый книголюб мог найти для себя уникальное издание любимой книги, также прошли паблик-токи, выставки и встречи с авторами. Всегда, то есть центр современной культуры «Смена» каждый год своего существования находит инновационные подходы к изучению, исследованию современной культуры просто. И книга является актором этой самой современной культуры, рассказывая о том, что такое современный мир. Образовательная программа летнего книжного фестиваля была собрана вокруг нескольких тематических блоков: «Волга», «Казанский и русский авангард», «Книжные магазины», «Путеводители», «Искусство и мода». Более 30 лекций и дискуссий, спикерами которых стали ученые, издатели, искусствоведы, писатели, кураторы, декораторы музеев и книжных магазинов. Более 100 издательств были представлены на главной площадке фестиваля на Черном озере. Я вообще очень кайфую от книжного фестиваля, от книг. Я иллюстратор, и поэтому мне очень интересно, что нравится людям. Интересно изучать новые иллюстрации, новых художников, новые имена. Я очень давно хотела поучаствовать в данном мероприятии. И вот у меня наконец получилось. Также площадками проведения летнего книжного фестиваля в этом году стали Национальная библиотека Республики Татарстан и Центр современной культуры «Смена». Пожалуй, после такого поистине жаркого открытия фестиваля необходимо не менее захватывающее завершение такого масштабного проекта. Именно им станет осенний книжный фестиваль в Нижнекамске с 7 по 8 сентября. Ознакомиться с программой, ключевыми датами и временем, спикерами и нужными площадками вы сможете на официальном сайте самого книжного фестиваля и Центра «Смена». Не пропустите, будем ждать именно тебя. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.